you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хочу посвятить вам группу проекта Atom Roleplay. Здесь выходят новости про разработки сервера. Скоро проект откроется. Здесь будет уникальный мод, уникальные системы. Так что кого-то заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании. Также, когда сервер откроется, я буду там играть. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет, в принципе, очередной капт. На самом деле, давно не было каптов, но вам так не казалось, потому что, по-моему, я выложил серию вчера или сегодня по капту, какой еще записывался дней 5 назад. Сегодня у нас будет капт, пацаны просто, АПГ-орехи просто рвут всем жопу. Чуваки, просто приходите к нам, я здесь все еще. Я все еще здесь, чуваки, на самом деле. Так что все очень круто. Я семерка здесь. Возможно, в будущем когда-то буду девяткой, но это не факт, в принципе. Я не очень горю желанием, в принципе, быть девяткой, как бы. Хотя у нас девятки, блин, они ни хрена не делают. Вот серьезно, чуваки, если вы сможете, без обид. Вы собесы нихуя не делаете вообще. Я лидеру говорил, типа, что, ну, типа, девятки набор не делают. Смотри, типа, они в кап-составе. Ну, блин, реально, у нас финт маленький. Приходите, чуваки, к нам, я уже буду девяток просить, чтобы вас принимали. Ну, финт 6, ну, что это такое? Блин, девятки просто набор не делают. Смотрю, там ОПГ Южный делают набор, ОПГ Солнце. А наши, блядь, нихуя не делают. Вообще, реально, это бесит. Мы уже завоевали хуево кучу территорий, на самом-то деле. Вот, почти уже Батырева забрали, и уже начинаем забирать, короче, Юшку. Сейчас у нас будет капт на Юшхиме. В принципе, будем там каптиться, не знаю с кем, наверное, с Солнцем. Ой, с Юшкой. Больше всего, что с Юшкой, потому что, ну да, больше всего, что с Юшкой будем каптиться, либо с Солнцем. Ну, в принципе, не ладно, не важно, то есть, не ладно, не важно, короче. Главное, что будет кап, давно не было у нас капта, у нас что-то заморозка у всех была. ОПГ по каптам, я не знаю, в чем весь прикол был этого, почему сделали, в принципе, заморозку такую. Видите, вот эта территория, где я сейчас еду, она уже наша. Сейчас у нас будет кап на Южхиме. В принципе, у нас где-то процентов 50 уже точно территории завоевано. Даже, наверное, 55, где-то 60. Короче, мы тащим, чуваки. Если вы хотите с нами тащить, в принципе, на каптах, то приходите. Я вам советую приходить в ОПГ Орехи. Я именно в ОПГ Орехах нахожусь. Сейчас у нас почти обед, и капт начнется в час дня. Сейчас без 13 минут. Я, в принципе, еще успею сбегать покурить. Но я вам курить не советую, на самом деле. Вредная привычка, просто у меня такая. Вот не могу я бросить, и все, в принципе. Я курю еще с раннего возраста. Не буду говорить, с какого возраста. Поэтому все будет четенько. Все будет четенько, четенько, четенько. В принципе. Так. О, дигл. Заебись. Нахуй тег. Какой тег? А. Хуй знает на самом деле. Так, нас тут 4 человека. Он же нельзя закапт. Г. Так, чуваку, прикалываюсь. Серия. Да, серия. Да, серия, в принципе. Я писал, я снимаю нахуй, помните эту вырезку? Я, блядь, убила нахуй. Это вырезка, конечно. Просто чётенькая вырезка. Я снимаю нахуй. Прям чётенько. Видимо, я смогу еще успею покурить. Передаю привет Михаилу Паку. Кстати, я очень доволен, что его восстановили, потому что ему дали варн, когда он был девяткой, и наконец-то его восстановили. И передаю привет Денису Бишманову и Томасу Фриману. Так, все, я здесь, я покурил. Короче, чайка успел себе сделать еще. Кто, кстати, любит чай, ставьте лайк. В принципе.
Да, надо сербать именно. Надо сербать на видео. Именно, да. Фрапс. Фрапс. ЖБ админом. А что случилось? Какой чит? Где? Когда? Во сколько? Что-то я пропустил, видимо. We are the champions. We are the champions. У меня две звезды. Флют. Он не умирает. Что произошло, я вообще не выкупаю. Я вообще не выкупаю. Ебать, у кого-то скутер есть. Нихуя себе. Мажоры, мажоры. Мажорчики. Так, короче, кап начался. Как я думал, кап с юшка у нас, в принципе. Поэтому все четко. Кто не понял, что это был за звук, это видео отмонтировалось в видеоредакторе. И меня об этом оповестило, в принципе. Блин, когда уже номера будут вот такие? Ну, вот здесь, когда уже номера будут? Мне интересно. Кто забил? Я. Химзавод, ехай. Первый раз в жизни, бля. Блин, а восьмерка, интересно, может забивать капты? Я-то не восьмерка, но мне просто интересно. Мне просто интересно. О, Максим Карлов. Блин, мне нравится эта бэха. Именно эти номера. Что-то долго юшка едет. Как бы им тут близко ехать, они что-то так долго. Может, они вообще не приедут, я хуй на самом деле знаю. Поэтому будем ждать, в принципе, когда они приедут. Когда они приедут. Поэтому как-то так. Блин, а сколько чувак брал бэху, мне интересно. Я хочу эту бэху, мне эти номера очень нравятся. Очень нравятся эти номера. Давайте я еще раз прошу. Его ж Максим зовут, где он? А, вон он, да. Мне просто интересно, сколько он бэху брал. Если, ну, недорого, может, я у него и выкуплю ее. Продам свою бэху, мурку. Хотя, или Ямаху продам. И куплю себе вот эту бэху. Блин, он не отвечает почему-то. Ну, потом, наверное, спрошу у него. Максимка! Алло! Ты где там плаваешь? Он в АФК ушел. Кто-то Фому покинул. Ну, бывает, в принципе, бывает, ничего страшного. Он Диего Трабл даже в сети. Что-то нас мало. Хотя сейчас все в школе, судя по всему, как я понимаю, поэтому нас так мало. Надо будет собесы делать, давно я собесы не делал. Фому, семью, короче, надо будет собесы делать. Во, юшка. Они приехали, побежали. Жопа. А куда они уехали, ёпта? Как приехали, так и уехали, чё за прикол? Прикольно. Он просто съебаться решил. Очко джим-джим, да, ебать. Очко джим-джим, по-любому у них что-то. У нас тут всего лишь 5 человек. Не знаю, сколько их там, в принципе. Так, Лиадерс. У них есть ОПГ-юшка, да, есть девятка у них. И заведующий. Смотрящий, заведующий. Но заведующий это... А, это вообще СМП, блядь, чё я туплю? Чё я туплю, ёпта? Алексей Юморов. Нихуя себе, какие люди на химзаводе, ебать. Ладно, побежали к машинам, в принципе. Минус один. Воу. Они хотели сюда забраться. Ебать, дебилы. Я только что убил чувака, я просто не заснял это. Это мне звезду не дало почему-то. Но как-то так, в принципе. 2-0 пока что счет. Да, я думаю, мы, в принципе, затащим этот кап. Но что-то они сильно очкуют.
Давай, сучка. Мочи его нахуй. Бля, я упал. Погнали, погнали. Let's go, let's go. Let's go. Они машину тут подставили и залазят. Бать, они что, за патронами ездили, мне интересно. Так. Бля, я чуть не попал в своего, конечно. Надо наркоту юзануть. Так, друкс, два. О, заебца. Погнали дальше. Где эта сволота спряталась? Он наверное вниз убежал. А может быть и нет. А может быть и нет. Чё-то вот тут нету. Так, он там типа. Окей. Где там? Где ты? Я иду за тобою. Чтоб въебать тебе диглом по ебалу. Где эта скотина прячется? Я его не вижу, блин. Вот нахера прятаться, мне интересно. Нахуя. Это шкаф, блять, а не прятки, нахуй. Я не знаю, где он, его еще не убили. Тут чувак один бегает, по-моему, лидер. Я не знаю, где он, сука, лазит. Сука. Его нигде нету. Его нигде нету, чуваки. Не знаю, куда он пропал. Он туда побежал. Куда туда? Что-то я его не наблюдаю. Так, мы еще нас не убили еще. Я не знаю, куда он делся, но по-любому сейчас они прибегут еще. Будем их ебашить. Как сучек ебаных. Бля, аккуратней, аккуратней. Опа, опа. Так, так. Паркур, паркур немного. Так, во. Будем их отсюда пасти. Они по-любому сюда будут бежать, а не через главный вход заезжать. Поэтому все четенько. Все, в принципе, четенько. Так. Аккуратненько. Погнали. Погнали, погнали. Так. Угу. Угу. Никого я не наблюдаю все равно. Главное, чтобы они с АВП не стреляли, потому что с АВП вообще запрещено стрелять. Так, это... Кто... Они хопят там. Бачок там ебануло. А, бочку кто-то взорвал. Ну, красавчики, чё. Молодцы. Но я что-то их не наблюдаю. Может, то он. Хотя, ну, вряд ли. Не, ну я дизла не дострелю точно. Это 100%. Что я не дострелю. Вон он, вон. Вон. Вон он. Давайте мочить его. Погнали, ебать. Блять, туда не залезть никак, нормально. Сука, сука. Ёбаный, блядь. Пока мы залезем, блядь, он съебётся. Что-то вообще не варик, да? Бля, бля, я застрял, я застрял. Так. Погнали его, догоним его, ёбаный свет. И все будет четко. Все будет четко. Чуть четко, ёпта. Он наверх типа убежал? А да, вон он. Вон он. Сейчас мы его окружим. И будет все заебись. Так, давай, мочите его, давай, я вас верю. Вы можете, пацаны. Так. Сука. Ах ты ебаный мудак.
Я его убил, но похуй. 3-0. Неплохо. Короче, мы поняли, что смысла нету, блядь. И мы, короче, уезжаем уже отсюда. Валим, так сказать. Потому что, ну, блядь, ну, не сакуны еще те редкие, блин. Их, по-моему, было сколько? Трое? Да, вроде их трое было. О, заебись. Кто-то будет восьмерочкой сегодня. Нара-нара-най. Рыжик, себись нахуй. Заебись, наконец-то я восьмерка. Короче, 20 секунд остается. Ну, по-любому мы выиграли, потому что, ну, тут без валиков, чуваки. На самом-то деле. Они просто сыкуны, блин. Если бы они, наверное, так не ссали, то, возможно, они бы нас могли выебать. Но мы выебали их. В принципе, вообще спокойно их так, просто как тёлочек. Да, вот, вы выиграли территорию, теперь она ваша. Вот она, наша территория теперь, красная, видите. Скоро мы все захватим, все территории, и будем просто топ-ОПГшкой. Поэтому обязательно приходите к нам, в принципе. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании, заходи на сайт, ждите новых серий. Всем пока-пока.